А, теперь-то ты остался один, Ядин Вэй. Есть что сказать? Ах, да он еще и драться любит. Да как же так? Невозможно! Для меня нет ничего невозможного. 12 двойных ударов ногой. Я тебе еще отомщу, Сяоюй. Я еще вернусь. Да-да, жду не дождусь, трус. Йо-йо, а ты была права. Сяоюй в действительности победил. Вот это новость. О, этот Сяоюй такой сильный. Да уж, а этот Дин Вэй все еще донимает тебя. Не нравится мне это. Мяумен, держись подальше от этого мусора. У него есть девушка, а он бегает за тобой. Не поддавайся на это. Давай поговорим о чем-то другом. Йо-йо, говорят, что ты участвуешь в исследовательском проекте своего деда. Это так круто! Да ну тебя, я даже рядом с тобой не стою. Мяумен, помоги мне понаблюдать за Сяоюнем. Чуть что, сообщай мне. Эй, езжай уже, давай. А чего это ты? А, пока держи эту тайну при себе. О, Сяоюй, сюда! Смотри, это же телефон Дин Вэя. О, и в самом деле, надеюсь, его пароль – это его день рождения. Хочу посмотреть, чем он тут в последнее время занимался. Какой же он тупой! Поставил день рождения в качестве пароля! А, когда уже закончат разработку той технологии развития мозга? Я же поспорил с людьми на результат теста! Сын, не торопись. Мы недавно раздобыли важный материал. Должны скоро закончить. К тому времени батя сделает тебя самородком. Технология развития мозга? Разве это не тема исследований моего отца? Может быть, исчезновение мамы и папы как-то связано с корпорацией Тамрон семьи Е? План покорения Мяумен. О, что за дичь? Время – пятница днем после школы. Место – долгострой, через который возвращается Мяумен домой. Метод – героическое спасение. Организовать перехват Мяумен. Ха, решил сыграть в героя. Пока я тут, не надейся на успех. Колледж Милбери. Ты чего обленился так? Кажется, кому-то нужно хорошенько навалять. Ха, да и что ты сделаешь-то? О, лентяи! Обязательно должны быть наказаны. Извиняюсь заранее. И больно же! Да как ты можешь быть такой жестокой? Эй, чё уставились, а? Эта плётка из душ. Как ты себя чувствуешь? Ты с ней встретишься ещё не один раз, если будешь так же лениться. Эй, да понял я, понял. Вот и молодец, чуть не забыла. Теперь уже можно начинать вторую миссию класса А. Миссия класса А. Большой тест на решимость. Особенно касается тех, кто постоянно находит любые предлоги, чтобы забросить учебу. Задача. Эта серия задач предназначена для выработки привычки не искать отговорки. В этой задаче нужно купить золотую беговую дорожку-клетку и пробежать на ней марафон.
в 42 километра 195 метров. Перед входом в клетку-дорожку человек выставляет время. Пока оно не пройдет, клетка не откроется, и беговая дорожка не остановится. Что это такое? Где его купить? У меня же денег-то нет. Да успокойся, у меня есть контакты продавца. После урока сразу ему позвоню. После учебы. Ну же, давай, подожми. Через час. Беги сам, пойду отдохну, а то у меня уже горло охрипло. Чего? Я тут помираю, а ты отдыхать идешь? Спустя 2,5 часа. Ну наконец-то закончил. Наконец-то выполнил первое маленькое задание большого теста на решимость. Приму ванну и сразу пойду выручать Мяумен. Как раз успеваю. Ага, в этот раз я все увидела. Чего? Ты что, нарочно? Да ну тебя! Я вспомнила очень важное дело и сразу пошла к тебе. Хочу тебе напомнить, можно использовать 200 баллов для повышения уровня развития твоего мозга на 1%. В дальнейшем обучении это очень пригодится. А? Почему ты о таком сразу не сказала? Да и сейчас не поздно. Эти баллы нужны для обновления системы. Уровень 1. 5-10%. Требуется 1000 баллов. За каждое повышение на 1% списывается 200 баллов. Уровень 2. 10-15%. Требуется 20 тысяч баллов. За каждое повышение на 1% списывается 4000 баллов. Уровень 3. 15-20%. Требуется 300 тысяч. За каждое повышение на 1% списывается 60 тысяч баллов. Ого! Столько баллов понадобится? Да не боись! Чего? Я испугался? Сначала повысь мне уровень на 1%. Мне нужно идти геройствовать. Да, уровень мозга повышен на 6%. О, почему в такое время и без охраны, малышка? Составишь нам компанию? Вы что вы хотите? Да что тебе не ясно? Раздевайся давай, закричишь, испорчу твое милое личико. Не нужно, я могу вам дать денег, у меня они есть. Да зачем мне твои деньги? Мне нужно другое, снимай одежду, бегом. На помощь! Вот вы сволочи, а ну руки уберите и отпустите девушку. Что за черт? Что это за герой нарисовался? С какого момента он тут? Эй, да кто ты к черту такой? Да ты не должен этого знать. Братаны, удачи, мой дружок. Всем пока. Да, давай катись, чтобы я не видел больше, что ты обижаешь беззащитных девушек. Вот же, зачем суешь нос не в свои дела, сёй-ёй? Ты такой ублюдок. Эй, о чем ты, Тинуэй? Со мной встречаешься, а смотришь на других? Да нет, это не так, Уэйань. Я на него разозлился за того, что он так быстро нашел тебе замену. Ребята же должны были тебя перехватить, как Сяоюй появился тут. Говорят, что Тинуэй влюблен в кого-то. Оказывается, это девка Мяумен. Ну, погоди у меня. А с тобой все в порядке? Ага. Сяоюй, а как ты оказался здесь? Я везде и одновременно нигде. А ты разве не беспрерывно учился эти 2 дня? А сейчас что? На самом деле, дело не в том, что я не хочу учиться, а в том, что я сейчас не могу учиться.
Задание класса А провалено. В скором времени появится штрафное колесо. Ай, да блин, что случилось-то? Я просмотрела историю заданий. Хоть ты и пробежал 42 километра, но время трехчасовой миссии не закончено. Так что оправдания не принимаются. Ай-ай, какие плохие отговорки. Не могу поверить, что это одни из 5 лучших отговорок школьных ящиков. Ха-ха, жди штраф. Эй, Сяоюй, ты как, все нормально? Мяумен, ты иди, мне нужно немного отдохнуть. Не задавай только лишних вопросов. Ладно, мой дом тут недалеко, так что я пойду. Ай, а вот и штрафное колесо. Чего? Написать 1000 госэкзаменов? Что за государственная шутка? Ну-с, крутим барабан. Сяоюй, твое наказание — поменяться телами с животными. У тебя 5 минут, чтобы выбрать животное. Думай тщательно. А превратиться в животного? 5 минут, стоп, секунду. Так, муравей? Нет, раздавит. Муха? Да они же бесячие. Насекомое? Нет, скорее всего, кто-то сожрет. Прошло 4 минуты. Торопись давай, время не резиновое. Да, вот оно. Она то, что нужно. Смещение душ? О, и вот я котик, значит. Скучал по мне, Цин-Цин? Не хочешь со мной принять ванну? О, да-да-да, наконец-то я сорвал большой куш. Нет, извини, котик, сегодня не получится. Йоу-йоу, скоро придет. В другой раз искупаемся. Вот уж это безответная любовь. Эй, котик, не надо грустить. У меня есть важная новость для тебя. Если тебе есть что сказать, просто выкладывай. Эй, следи за своим тоном. Я хочу напомнить, что Мяумен все еще может быть душевным человеком. Душевный человек. Связь души и сердца партнеров. Устранение системных ошибок и улучшение друг друга. Примечание. Если вы относитесь к партнеру искренне, тогда и он также отнесется к вам. Эй, объясни мне конкретно, в чем вообще ошибка системы? Став котиком, ты и правда поумнел. Собственно, поэтому ты так насторожился. Но потом я тебе все расскажу. Стоп! Это ведь неправильно! Мой дух находится в теле кошака. Получается, дух кота теперь в моем теле. И что же я сейчас интересно делаю? Общественный парк. Ха-ха, я наконец-то смогу отомстить. Мяу. Мяу. Вот так вот, мяу. Что? Нет, мяу. Мяу, мяу. Да, мисс, не беспокойтесь, я защищу его. Мяу. Мяу! Эй, мяу, мяу! Успокойся, пойдешь со мной. И все-таки девушки очень долго купаются. Йо-йо, это ты? Да, это я! Мэн-мэн,
Доктор Сонь попросил найти тебя. Сказал, что только ты, компьютерный гений, можешь сломать этот жесткий диск. Ах, да какой из меня гений? Йо-йо, проходи и присаживайся. О, Цин-Цин, впервые вижу, чтобы ты не убегал от меня. Давай я тебя обниму. Я сразу не заметил, что Мяу-Мэн такая крутая. Меня радует, что в это время девушки так образованы. Мэн-Мэн, кажется, твой кот пристает ко мне. Зачем милому котику приставать к тебе? Этот кот какой-то ненормальный. Ю-ю, ты снова анонимно опубликовала статью в журнале Nature. Все хотят быть известными, а ты делаешь наоборот. Не говори так, твоя статья в Junk тоже анонимно опубликована. К тому же, из всех 30 статей по компьютерам, опубликованных за год, твоя оказалась самой лучшей. Эй, слышь, котик! Ого, офигеть! Вот это ловкость! Я чуть не стал мусорным котом! О, Ю-Ю, что случилось? Ничего, продолжай в том же духе! 1 час спустя. Мэн-Мэн, большое тебе спасибо! Ю-Ю, да брось, всегда обращайся! До встречи! Я так устала! Уже поздно! Цин-Цин, отдохнем на кровати! Давай, иди сюда! Ну же, давай уже спать! Цин-Цин, не шуми и не трогай ничего! Нет, не трогай меня там! Несколько часов спустя. Где это я? И почему это я в таком положении? Похоже, что кто-то виделся с моим телом. Только вот кто? Ой, ужас! Вы тут БДСМ игры устраивали? Какая неловкая поза! Эй, меня недавно связали. Почему ты все еще смущена? И что ты опять задумала? Небольшой тест на решимость был провален. Не хочешь еще раз попробовать пройти? О, а что, есть еще возможность? У каждого человека есть 2 попытки. Но если ты облажаешься, получишь штраф. Кроме того, с каждым разом сложность увеличивается. Ты готов еще раз пройти? Конечно, но если бы не... Ага, ты опять ищешь предлог. Хорошо, у тебя есть новое задание. Да начнется триатлон. Первый тур, 20 километров против течения на байдарках. Удачи, удачи. Если не хочешь умереть, тогда поторопись. Вот черт, я же не умею плавать. Отговорки не принимаются. Второй тур, 130 километров на велосипеде. Третий тур, 30 километров, бег. Мускулы ног этого парня такие красивые. Ну что ж, триатлон закончен. Поздравляю с завершением миссии уровня А. Большой тест на решимость. Получи бонус к решимости и награду в размере 250 очков. Твоя награда составляет 250 очков. Ты будешь повышать уровень мозга на 1%? Да. Библиотека при колледже Милдбери. Хани Силуюй. Кто меня звал? Ой, нет, то есть тебе что-то нужно? Я думаю, ты усердно учишься, поэтому
я хочу поделиться с тобой своими заметками. О, это отлично. Я в этом очень нуждаюсь. Присаживайся. Вот. О, заметки Мяу-Мен невероятно полезные. Может, я действительно смогу победить? Я не специально. Ничего. Ха-ха-ха. Хан Сяоюй работает не покладая рук. Но как бы ты не удерживал Будду за ногу, в этот раз ты не достигнешь уровня наших семей. Ага, тебе стоит встать на колени и молиться предкам. Как бы не так? Я буду давать ему дополнительные уроки, и он обязательно выиграет. О, вот же, почему отличится Мяу-Мен помогает королю драк Хан Сяою? Мяу-Мен, ты... Вэйянь, не шуми, иди за мной. Тин Вэй, почему ты защищаешь ее от меня? Ты одержим ею. Вэйянь, давай сначала выйдем отсюда. Я тебе все объясню, хорошо? Нашей семье есть чему обратиться за помощью к ней, поэтому не смей обижать ее. Эта девка, Мяу-Мен, посмела идти против моей семьи. Все, вовсе нет, я... Мяу-Мен, не бойся. Чен Вэйань, ты уже закончила? Не смей думать, что если ты девушка, я не смогу навредить тебе. Пошла вон. Хан Сяоюй, подонок, ты жалкое крысиное дерьмо. Как ты посмел нас оскорбить? Отличница колледжа Мяу-Мен поможет мне с учебой. Я определенно смогу победить тебя на первом пробном экзамене в этом семестре. Почему? Почему мое сердце так быстро бьется? Мяу-Мен, спасибо, что помогла мне. Да, всегда, пожалуйста. Я... Прости, мне нужно идти. Какой же он красивый! Чуть сердце не выпрыгнуло из груди! Чего это она засмущалась? Неужели она поняла, что я вчера вселился в ее котика? Она ведь не могла узнать. Йойнан, просыпайся, у нас дела. Давай сделаем, пока я не передумал. Следи за своим тоном. Это задача уровня А3. Испытание для нетерпеливых учеников. Нетерпеливых? Тебе нужно на протяжении 16 часов сосредоточиться на высшей математике и изучить ее основы. Высшая математика? Не заостряй на это внимание. Твоя главная задача – научиться сосредотачиваться. Книга находится в этой библиотеке. Найди ее. Время пошло. Что за дерьмо? Я не понял ни слова. Спустя 10 минут. Все, если я не прекращу, мой мозг просто взорвется от нагрузки. Лучше сыграй-ка я во что-нибудь. Какого хрена? Очень больно. Чего это с ним? Странный он какой-то в последнее время. Нужно держаться от него подальше. Слушай, ты могла бы не висеть над душой? Ну же, я же для тебя стараюсь. Типичные цитаты мамочек. Кстати, если я ударю тебя 10 раз, считай, задача провалена. Спокойно. Я не настолько тупой, чтобы ошибаться дважды на одном и том же месте. Ай-яй-яй! Твою мать!
Родители, ждите меня. Я обязательно выполню все задания и найду вас. А, точно. У Мяумен ведь были какие-то записи об эффективном обучении. Пункт первый. Начать и повторить материал за неделю до экзамена. Ай, я такой никчемный. Как сконцентрировать внимание? Способ номер один. Поставить перед собой цель. Например, решить 5 задач в течение получаса. А, прекрасный метод, Мяумен. Я тебя просто обожаю. На следующий день. Дом Хан Сяоюй. Ай, все. Ну что ж, поздравляю тебя. Ты справился с заданием. Ты заработал 250 очков. Хочешь повысить уровень мозга на 1%? Да, конечно. Теперь твой уровень развития мозга составляет 8%. Продолжай выполнять задание уровня А. Новое задание. Задание уровня А. Повышение эффективности обучения. Руководство для начинающих. Конечный метод обучения. Тест на улучшение памяти. Решение проблемы методом Шерлока Холмса. Сколько выберешь? Я выбираю 5 штук. Хорошо, тогда начнем первое задание. Задание уровня А. Повышение эффективности обучения. Цель задания. Научиться за 45 минут получать максимальное количество знаний. Спустя 6 часов. Ай, почему я выполнил 2 задания, а получил всего по 50 очков? Разве должно быть не 250 за каждое? Вот же тупица! У всех заданий разные очки за выполнение, а также это были особенные задания для тупиц. Выполняя их, можно получить 250 очков за каждое, поэтому я так настаивал на их выполнении. Поздравляю, ты заработал 200 очков. Хочешь повысить уровень мозга до 9%? А, ну что, теперь я гений? Ай, тьфу на тебя, какой из тебя гений? Но 9% это уже намного ближе к гениальности. А, задание уровня А для меня уже как 2 пальца об асфальт. Не засновайся, остальные 3 задания сравнительно тяжелые. На следующий день. Спортивная площадка. Наказание. Пробежать круг, стоя на руках. Наказание за невыполнение задания уровня А. Да, Хан Сяоюй становится страннее с каждым днем. Свинарник. О, ты тут самый жирный. Тебя и выберу. Ох, пронесло. Наказание номер 2. Превращение в свинью. Эй, не трогай меня! Я ведь невкусный! Наказание номер 3. Пробыть со львом на протяжении 1 часа. О, боже, она что, серьезно? Наказание номер 3. Уклониться от машины энное количество раз. Несколько дней спустя. Экзамен за первый семестр. Если все готовы, я начну раздавать экзаменационные листы. В этот раз я точно всех сделаю. Давай, Хан Сяоюй, ты сможешь сделать это. Хан Сяоюй, ты думаешь, что лучше меня? Мечтай, а я все спешу. Вот же, этот придурок Е Тин Вэй еще и списывает. Извините, учитель, а Е Тин Вэй списывает? О, списывает? Лучше следи за собой, не мешай другим писать экзамен. Он думает, спишет и будет лучше меня. Какой наивный. Эй, с каких это пор Хан Сяоюй стал таким умным? Ах, вот же ты и попал, Е Тин Вэй. Жду представления.
Ну что, Йетинвэй? Жалко, что не набрал на 10 баллов больше. Так мог бы закончить задачу уровня S. Ну же, преклонись и назови меня своим хозяином. Чего? Да я уверен, что ты сам тоже списывал. А ты проиграл спор? Ты мужик или нет? А ну, всем молчать! Думаю, Йетинвэй прав. Я тоже думаю, что Хан Сяоюй списывал. Да, я уже запросил видео с камер наблюдения. Все вернутся на свои места. Ну что ж, посмотрим на то, как ты списывал. О, эй, смотрите, это разве не Йетинвэй? Он же списывает. Вот же, еще и свалил все на Хан Сяоюй. А Йетинвэй и правда никчемный. Но почему нет доказательств того, что Хан Сяоюй списывал? Спустя полчаса. Ты списывал, так еще и набрал меньше меня. Какой же ты неудачник. Ты проиграл спор. Я не помню, чтобы я с тобой спорил. Что? В жизни никого наглее не видел. А ты не на шутку разозлился. Смотри, затеешь драку в классе, и тебя отчислят. Ну же, давай. Они что, хотят получить люлей от меня? Юйнян, вызываю тебя. Да, я разберусь с ними. Есть два способа проучить их. Первый – шляпа правды. На протяжении 5 минут человек будет говорить правду. Чтобы использовать, ты должен потратить 50 очков. Второй – карточка выполнения обещаний. Выполнение обещания будет обязательным. Ну что ж, Юйнян, дай мне 2 шляпы правды и карточку выполнения желаний. Да, будет сделано. А? Чего? Скажите-ка мне, что вы думаете друг о друге? Чэньвэй Ань – самая обычная, доступная девка, которой нужны деньги моей семьи. Она мне уже надоела. У меня есть новая цель. Йетинвэй – неудачник. Если бы не деньги его семьи, я бы даже не разговаривала с ним. Что? Чэньвэй Ань, ты думаешь, я не знал об этом? Новая цель? А говорил, что тебе не нравится Мяумен. Я посмотрю, как вы двое съедите друг друга. На колени, Йетинвэй. Юйнян, примени на нем карточку выполнения обещаний. Конечно, сейчас все сделаю. Размечтался! Я никогда не стану на колени перед тобой! О! Хозяин! Йетинвэй, что ты делаешь? Смотрите, как унизительно! Ну вот, сразу бы так. Только зря потратил мое время. Хан Сяоюй, кто разрешал тебе сесть? Может, и нет доказательства того, что ты списывал, но ты мог скопировать экзаменационный лист и заранее подготовиться. Вы серьезно, что ли? Худший ученик в классе внезапно набирает 590 баллов. Как ты думаешь, поверят мне или тебе? А ведь и правда, мне тоже трудно в это вериться. Я верю.